У нас сегодня будет необычный вечер. Я сквозь свое тело и свое пение попытаюсь выразить нечто такое, что находится за пределами внимания, наверное. Такая цель. Попытаюсь выйти на некий эмоционально-бессознательный уровень, который, наверное, многие художники в области именно искусства перформанса и акции пытались сделать. Но поскольку я все-таки являюсь певицей, решила, что можно попробовать такой эксперимент. Вечер сегодняшний называется «One Night Stand in Black and White». Black and White, потому что бумага белая и уголь черный. Вот. «One Night Stand» — это вот такая страсть, как «One Night Stand» переводится с английского как «на одну ночь», если так в оригинале перевести. «Встреча на одну ночь». Обычно one night stand говорят, когда встречаются мужчина и женщина, но на одну ночь только. То есть это такая встреча, ни к чему не обязывающая, ничего не требующая, так сказать, не идущая дальше в какие-то другие отношения. В данном случае она имеет название двоякое, потому что это как бы такой однодневный вернисаж, который одновечерний или однонощный, я не знаю, как это точнее сформулировать, некая такая акция. А с другой стороны, это такая страсть, которая, наверное, касается иногда, я не знаю, но меня это касалось неоднократно, когда я встречалась с мужчинами, и я знала, что я не могу жить с ним, но встреча была короткой, настолько сильной, понимаете, что она оставляла некий след эмоциональный, то есть открывались какие-то новые миры, какие-то что-то новое для себя открывала и так далее, потому что, конечно, для творческого человека встреча даже вот на таком телесном уровне, она все-таки происходит не на уровне гениталии, а на уровне все-таки мозговых каких-то там вспышек и так далее. То есть это такое нечто такое, что социально иногда, может быть, не воспринимается. Вот я так могу сразу сказать, что были такие случаи, когда мы бродили по Альпам вдвоем, ну, разная история, да, что социальная этажерка, может быть, не всегда могла с такой историей согласиться, но такие случаи были, и они давали очень такие плодотворные результаты совершенно другого плана, именно эмоционального и так далее. Но в данном случае это искусство. Все-таки и искусство, оно тоже, когда особенно художник делает какие-то свои работы, он тоже переживает именно такой момент, что ли, страсти. Вот. И мне хотелось бы это передать вот через звук, через пластику и через визуальное. Oh.
Second part, just a new text lyrics.